Самые активные добровольцы в Конгрессе – это врачи. Многие медики быстро согласились с предложением проводить бесплатные консультации. Теперь каждую субботу в офисе Конгресса выстраивается очередь. Терапевт Яна не уйдет, пока не выслушает всех. Обследование и рецепт – это, конечно, немного, но пациенты довольны. До свидания. До свидания. Спасибо. Вам спасибо. Звоните, если что. До свидания. Мои друзья организовали эту организацию, и от них именно я узнала, что набираются врачи, которые готовы на добровольной основе работать и оказывать помощь какой-то больным. То есть тем больным, которые не могут по определенным причинам пойти к врачу, заплатить деньги за визит, но лечиться надо. Я согласилась именно потому участвовать в этой программе, потому что мне очень нравится подход. Мне очень нравится, что все, что они делают, абсолютно не связано с политикой. И единственная цель – это помочь чем-то людям. Я очень рад, что такая возможность есть. Ну, абсолютно бесплатно, очень вежливо, очень детально все это сделала, спросила, так что я очень доволен. Самое главное – человечность, и это патриотизм, и это добрые отношения к людям. Через знакомых узнала, что здесь можно провести бесплатную консультацию врача. И очень заинтересовалась и пришла к терапевту. Все, что меня интересовало, она очень хорошо выслушала и поняла, и объяснила, и выписала рецепт. Потому что сейчас очень много людей нуждаются и не могут все идти к врачам. И вот это большая помощь, тем более для пенсионеров. Больные уходят со словами благодарности. Лучше этого чувства ничего нету. После советского прошлого, наверное, слово благотворительность немножко вообще не в ходу. То есть многие не понимают, как это бесплатно, и многие даже не верят, что это бесплатно. И многие приходят и спрашивают, а мы вам что-то должны? И мы всем говорим, что нет, вы нам ничего не должны. Очень много проблем существует, но эти проблемы тоже решимы и преодолимы, если подходить к ним правильно и знать четко, чего ты хочешь делать, каким путем ты должен это делать. Почувствовать себя полноценным гражданином своей страны. Иногда для этого достаточно просто знать свои права. В офисе Конгресса можно получить бесплатную юридическую консультацию по правовым вопросам. Это решает многие проблемы. Люди не знают, как оформлять свои недвижимые имущества, как в рамках закона оформить купчу-продажу, чтобы не ошибиться и не потерять свои деньги. В основном обращаются еще по наследству, не зная о том, что в какие сроки нужно внести в нотариус заявление, как это все делается. Иногда бывают такие случаи, что у них в документах бывают ошибки, они не могут переоформить дом. Они, ну, по таким вопросам очень много фактов, и любые желающие люди могут обратиться к нам в офис. Да, были тяжелые 90-е годы, это и экономическое положение, и та напряженная политическая ситуация, негативная атмосфера, но все равно это все, надеюсь, что с годами кануло в прошлое. И в будущее, смотря, мы должны более быть здравомыслящими и более смотреть на все реалистично. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Этот принцип работает и в случае с Михаилом Авакяном. Друзья у него повсюду. Например, в знаменитом доме кукол Давтянов на Авлабаре двери для него всегда открыты. После того, как из жизни ушел мастер Гарри Давтян, этой семье особенно требуется дружеское участие. Жанна Давтян рассказывает, чем живет сегодня дом кукол, какие планы. Она говорит, что не любит, когда используют слово «толерантность», потому что здесь, в Тбилиси, на Авлабаре, соседи говорят друг с другом на языке дружбы, а не терминами из декларации. Тбилиси – это Тбилиси. Ни один Париж не сравнится с Тбилиси. Потому что здесь что-то уникальное есть. Потому что француз, живущий в Тбилиси, он тоже тбилисец. Немец тоже тбилисец. Моя мама немка. Но в жизни не хотела уехать в Германию. Она говорила, здесь мой город. И прекрасно романсы пела. На грузинском и на армянском.
есть такая порода, тифлисец. Ну, я к ней тоже причисляюсь. Будем говорить так. Это почетное звание. И этот мир тоже уникальный мир, живет именно в Тифлисе. Я не думаю, что где-нибудь в другом месте он мог бы жить. Иначе, наверное, мастер уехал бы, да? В самые тяжелые времена ему предлагали уехать. Но он не уехал. Он остался здесь. Я думаю, что этот мир должен жить здесь. Да, может, бывают тяжелые времена, периоды, не только для армян, но и для других здесь проживающих. Но нужно пытаться преодолевать это. У нас вот очень много в организации добровольцев. Это разного профиля и разных возрастов люди. Я вот ощущаю их стремление и горение другим делать приятное и хорошее. Просто это придает большой стимул. И ты понимаешь, что не все еще потеряно, и много чего можно сделать благодаря им и вместе с ними. Пантеон Ходжеванг – одно из старейших городских кладбищ Тбилиси. Сегодня здесь покоятся выдающиеся деятели армянской культуры. Тбилисский пантеон Ходжеванг имеет очень большое значение как для города Тбилиси, так и для всего армянства. Рафи Ованес Туманян, Сундукян, Екмалян, Нардос, Вруир, Ольга Майсурян – для каждого армянина, живущего в Тбилиси, считаю это долгом посещать это место. Это наследие армянского народа, это наследие Грузии. В 2002 году пантеон был отреставрирован по инициативе мэрии Тбилиси и Еревана. Поклониться могилам известных писателей, художников, музыкантов, жизнь которых связана с историей и Грузии, и Армении, обязательно приходят и местные жители, и армяне, приехавшие издалека. Я вообще сейчас живу в Ереване, в Армении. И вот привез своего друга сюда, в Тбилиси, показать город. Мы на 2 дня всего приехали вот так. Вот решил ему показать еще наш армянский пантеон. Очень понравилось им. Да, ухожено, чисто, все аккуратно. Слава Богу, все хорошо. В Конгрессе считают, что проблемы армян в Грузии существуют, но это решаемые проблемы. И следует не просто говорить об этом ради нагнетания обстановки. Настала пора их решать. Делать конкретные шаги и дела, причем общаясь не только с общественностью, но и с государственными структурами. Если общественность и государство идут навстречу друг другу, все получится. Многие люди не могут самореализоваться. Зная государственный язык, имея большой опыт жизненный и опыт работы, просто существует непонятные проблемы, когда они могут трудоустроиться. Я считаю, что государство должно вести такую политику для использования этого потенциала и ресурса. Все это, по-моему, должно быть взаимно. Армяне – полноправные граждане Грузии. Так же, как и все остальные жители нашей страны, они пережили нелегкие годы экономического упадка. Многие уехали, но большинство остались. Остались, чтобы вместе строить новую Грузию. Наши двери открыты для всех. И все желающие, которые могут принести пользу и могут сделать полезное, мы готовы с ними сотрудничать и рады будем их видеть в наших рядах.